316 Delta Bravo, flight at 25 North for landing. У нас сейчас основной упор, мы должны как можно больше инфусировать. Ну, типа того, да. Ебать, вижу. Вижу БТР, нахуй. Она 280 поднимается на гору. А, нам пиздец, да? Нет, он нас не видел вроде. А, вот за холмом, да. Все, давай вниз, нахуй. Пиздец. Метку ставь. Подожди, он уже за карту? А, нет. Блядь, спрячься, спрячься, он вниз спускается, нахуй. Он на 300. Пиздец. Видишь? Нет, ну он вроде заметил меня, блять, он так... Он, а что, у нас два вертолета? Да, не без вооружения, без вооружения. Куда он уезжает, смотри. Все, он уезжает. Куда я не вижу? Вон он на юго-запад, на юг уезжает, че, пойдем? Блять, он на нас едет, сука. Он прямо передо мной 100 метров. Блять. Ну пиздец. Пойдем хотя бы обратно в пизду. Куда? Я не убит, не уйду отсюда. Да? Да, подожди, зарядов нет? Есть. Реально? Да, ну а как я к нему подойду? Хотя давай попробуем сзади. Не факт. А у тебя кнопка подрыва есть или на таймер? Блять, нет, не обойду. Чего, заметил ты? Хуй знает, но я выбежал у неё жёстко, конечно. Если он перекатится, скажешь? Я увижу его башню прямо за кроной и ёлки от меня. Я даже не смогу пострелять. Ты слышал? Нет. Ну это вот вертолёт. А-а-а. Поехал? Да. Завёлся. Да, у него два экипажника. Сможешь уйти? Да, ты... иди за мной, ты сможешь поставить заряд на него. Блять, а если он опять сейчас куда-то поедет? Иди за мной быстрее сейчас. Если что, спрячемся за дерево. Ты можешь, мне кажется, поставить сейчас. Он уехал вот, прям он стоит вот здесь вот где-то. А башня куда? На юго-восток. Сзади подходите. Башня смотрит на юго-восток. То есть ты выходишь и прямо на 175 он стоит. 25. Видишь? Да, если он прокрутит башню, мне пиздец. Если он начнет крутить, давай, если он начнет крутить, я попробую пострелять по башне. Подожди, подожди, подожди. Все увидел. Блять. Реально? Пока. А он нас видел, нет? Надо убегать, надо убегать. Надо убегать. В разные стороны, ты направо, я налево. Что ты делаешь? Мою мать! Бежим просто без оглядки! Бежим! Мою мать! Стамина закончена. Это просто елки лечь отдохнуть. Спускаемся просто вниз, я не знаю куда. Да нас сейчас кто-нибудь встретит. Почему он не стал за нами ехать? Фу, может думать, нас трубали с отделением, все. Так, теперь по нам есть инфа. Зато живы. Что сейчас было, это вообще нормально. Блять, у меня руки крестятся. У меня тоже. Ты где? На меня русский смотрит пока. Где? Нет, куда на него?
жив. Прием. Алло. Алло, алло. Здорово, это Потитус. Короче, фулпака убили, вот Айроник, слышишь? Ну, на моей метке. На твоей метке его убили, короче, я убил одного русского. И скажите, чтобы сдвиг по дальней сделали, у него дальняя была. Мы уже сделали дальней. Все, я понял. Мы сейчас сжигаем ДР и идем к тебе. Чего вы делаете? Сжигаем ДР и идем к тебе. Ну хорошо, только знаете, что скорее всего где-то отделение, либо это один пек был, я даже не знаю. На твоей метке, короче, вот один пек был. На метке фулпака вот. Да, убил, но я сомневаюсь, что он там один был. Ты с него снял снайпер? У меня у самого снайпер, понял. Короче, я буду смотреть Лопатина. Что у вас? Что у вас? Я пойду к вам помогу. Ароник, ты куда к БТР побежал именно? Какой измет? На 340 мы идем. На всех. На всех. А ты сейчас залил? Да. Я вижу вот этот ёлки бин. Он жив. Смотри, я калаш подобрал. Около меня этот ФБС работает. Это я работаю. Ну сосед, залей туда еще, там он ходил, я видел. Тут еще бегает, я там сосед. Да это я с глушителя стреляю. Все, я убил, пока вот второго-то заливал, убил. Хорошо, мне надо оружие поменять, потому что это издевательство. Короче, я пошел потихонечку. Так, Арон, не знаешь, да? Че, следующее? Парни, я жив, я без сознания был. По месту Эля северо-востока. Северо-восток, понял. Да. Пацаны, бежим помогать будет, пожалуйста. Через 4 минуты будет у нас бить. Русского снял под елку. Пиздец. Понял, ты, блядь, жесткий парень, а? Не охуеть. Не, спасибо. Пиздец, лежит нахуй и смотрит, как он меня не убил, да пиздец. На твоей метке прям упал? От моей метки на юго-востоке 20 метров от меня лежал просто. Справа от нас, смотри, справа от нас машина едет. Азимут 320, 330, прямо на холму справа от нас, смотри, едет. Справа вижу, от нас вижу. Давай, держим. Ну, я не знаю, как он живет, я по нему попал, прям нормально. Сейчас. Я развернул, левый борт. Сел. Видишь его? Нет, это я вижу. Работай. Это БТР 40-й. Так, работай. Все, ему кранты. Так он нам еще что-то стреляет слева по нам. Я слышал. Вверх, вон, видишь, вверх стреляет, по-моему. Трактор, левее. Потец левее. Еще левее, еще, да, еще левее. Вот где-то там пех нам стрелял, левее даже. А штаб на дальний? Не вижу. Кондо, вернись к машине. Там сейчас. Пех бежит с ней. Где-то на холму остановились или где? Ну, эти двое все вроде. Убил их точно, да? Нет. Лети, как летишь. Лети, как летишь.
если они остались живы, то они в рубашке. Они на той стороне, что ли, или на какой? Они прям там, где вот с той стороны, где машина ехала. Подвертывай, все. У тебя нар нет, да? Не-не, откуда работает, что? По нам что-то заливает. Вот. Да это этот дебил стреляет. Ну, он должен был сдохнуть, я не знаю, уже сколько раз. Ну, хочется еще раз развернуться. Они под нами, что ли? А, вижу, вижу. Ну да, я решил. Лети, лети, вот так вот лети. Ну да, там все, забей. Тут еще где-то пехота была на камнях. Два трупа. Да это они там стреляют вроде. А вон же стоит или нет? Подожди, подожди. Да. Давай, сейчас держать буду, отрабатывай. Давай, ебашь, ебашь, ДЛК нажимай, что-то боишься. Потом он ужал. Сейчас, стой. Ну все, забей, можно сейчас про него забыть. Я ближе пройду. Там прямо не видишь прямых контактов. Чего? Прямых контактов нет никаких. А, ну то, что чел. Ну что ты хотел? Кто-то за душку сел? Да, по нам отрабатывали один. Скажи? Ну я должен был убить его. Но он по нам кидал? Не говорите, по нам стреляет. Сейчас прилечу. Вижу, это враг? Не знаю, смотри форму. Да, вроде же другой другой. С этим сумкой другой. Этот наш. Справа от нас. Вот Беттер стоит справа от нас. Вижу, вижу. Стой, не тряси. Подожди, это разве не страйкер? Нет, это Беттер, Беттер. Он Беттер, да, Беттер. Да, Беттер. Сейчас, подожди, давай. Ну, патроны закончились до другого. Давай, левый садись. Ну, я его прошил вроде нормально, если давай, не помню. Давай, можешь еще прошить. Потому что он куда-то поехал потом. Кто подбегает к нему, бля? Ася. Это ты прошиваешь, я не смущаю. Ой, по нам что-то летит. Он же уредили. Ты можешь, в принципе, садиться уже, на самом деле. Чего? Потому что 50, а, всё. А, всё. Как раз, да, блин, вообще. Офигенно ты летал, на самом деле. А ты бы ебался. Ну, блядь, если они пришли с запада, вон там, значит, они не должны быть на западе. Кажется, они где-то вот здесь у нас под горой сидят. Ну, по идее, там же не сильно. По идее, говорю, мы пропускаем наших и потом начинаем нагонять. И эти все червяки не повылазят, кто наших вперед пройдет. Если я пройдем, если останется здесь, нам спину выдадут не пихи. Так вот я и говорю, я вот ей спину к этому смотрюсь. Убил одного. Ничего, еще все. Я своими. В северном лесу. Может уебал, может нет. Непонятно, может съебался он. Актуальный? Да. Фулбак, там же движение, пидорас, на твоей метке, осторожно. Север.
Понял. Ну там хуй попадешь возле него, там вон идут, еще идут север. Буду поджимать. Метку, да, точно? Да там же, там же. Да я не вижу там же где-то, блин, на. Ну мои в дальнюю. А вот я смотрю туда, блин, я не вижу там бегать. Да Костя, там, блядь, это не поле, нахуй. Это, блядь, сука, сосны, да, хуй увидите. Опа, ты на моим. А, ты на мепсе? Да. Сейчас в спину зайду. Они выше поднялись, почитываются, это мне тоже как громко. Так как я, ты видишь мою метку, где я? Да, да, они... А, окей. Но они все равно тебе, значит, ушли, они выше. Я не вижу никого на ваших метках, вообще, тут пустой они лес. Они дальше ушли. Я ушли. Понял, да. Убил одного. Это Питер, походу, по фулбаку стрелял. Это я стрелял. Да кого ты убил, блядь, ты был? Врага. Фулпак, ты жив? Да. Ну все, Квестер. Блин, Квестер, хватит хуйня, говорить же не блядь. Пьянь ебаная, опять нажралась, как ты заебал. Тихо, тихо, все, успокойся. Че, как пойдем в Тиган, по ВПшкам или в рандом? Удобнее. Хватит. Еще одно. Хуя ты тебе вспомнил. Командир их убил. Это МС. Мэд склад. А где из севера? Я слышал, играю до конца на севере. Где можно на замок сходить, там бегать? Далее рабочий. 11-я метка? Да, да. Принят. От танка левее техника вражеская находится. Сколько? Говорят, от танка левее техника вражеская. То есть от челленджа левее. Принесу на поле, любая информация, ребята. Танка левее техника вражеская. У них еще двое на КВ. Через 5, возможно, смогу подсветить что-нибудь. Пока еще шо слышишь? Да, очень. Принял, я ожидаю. Это значит, который на запад. Там батильоне гоняют, что пиздец на юге. Лех. Они на севере. Через поляну в лес ушел. Они походу где-то у 10, потому что говорят, что на юге пиздец, типа за уроком. Какая ситуация? Направление. Их трое. А вы чертов замок. На связи. На чертом замке АВшники сидят, на чертом замке АВшники. Слышите, на чертом замке АВшники, фупа. Отделение мне принял. Да, запрашивали сейчас, а вы черный замок приедете. Кто? А говорит Бродля, видим БМГ, уезжает на да, да, да. Это запад, значит, поставили. Принял, там деревья скрылось, танк рядом с вами. Я жив. Он квест. Живой. Я мой штабу. Это вот этот один из трех клоунов оставшихся. Это не они стреляли. Балкон в отлик? Они сами да. Не знают, кто стреляет. Говорит, челленджер уничтожили БМД. Челленджер уничтожил БМД. Балкон, восток, на запад, к местам синего. МС штабу. На связи. Так, давайте начинать подтягиваться к чертову замку. Там с АВ как-то группируемся. Принял. Я, короче, разговариваю с этим... Медики на дальний. Бродля, СК, это вы на синеньком непрофессиональном знаке подойдите на грузовике? Да я сейчас в поле лежу, мне как-то не додвигал нахуй. Там, ой, слышите, чел какой-то в поле лежит. Что за грузовик? На их КВ, походу где-то вот на западе. Это вы на грузовике катаетесь? На дальнем какой? Да, живой, сейчас, давай тогда сейчас надвигу где-нибудь. Можно я приму? Можем сейчас собраться, блин, и по востоку пройти в Дубровку, там засесть, ожидать приказа. Будем заходить в тылы противнику, если именно надо. Именно это как раз собирался вам уже давать. Так, фупак. Сейчас, короче, какое-то отделение пойдет в Дубровку, и потом начнет заходить в спину нашу. Пилотический звик ДВ-3. А Костя живой? Да. Сдвиг сделали, фупак. Окей. Кто? Пилотический подарок. Там ты будешь дальше тебя. Я рядом с тобой иду. Здесь враги нет, слышишь? В смысле, ты, я за тобой против. Я на метке на своей.
У меня, кстати, два GPS лишь здесь, и чё, я с челиком собиралась. Кому надо, я могу... Сука больной, блядь, а? Тарковчанин. Пехотное отделение похода вашника, да? Смерть. Смерть убили. Я вижу его труп, я не понял, откуда его убили. Я не понял, откуда. Не, он лежит, я вижу его. Окей. Я не понял, откуда его убили. Я снизу, походу, слышу под ногой. Да, ты в отделении идёшь. Командира убил. Ближнего? Нет, я вообще на севере убил ровно. Ну да, они все с севера ведут. Убили кого-то нашего. Позицию. Да, меня.